И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дима Покемон. Как всегда, отличное настроение, сегодня мы играем в Roblox, режим у нас FNAF RP, Димончик, поздоровайся. Всем привет. Дима, мы играли в этот режим или нет? Рассказывай. Ну, в общем, может быть, когда-то давно играли, но надо будет сейчас все посмотреть, Димас. Чё, я давай... так точно сказать не могу. Начнем с единички? С этого. Давай. Во. Да, я помню, эти что-то было похоже. Это? Вот, чё-то мне ты пихнул назад. Это куча аниматроников, просто вот. Можно любым стать, получается. Что такое ТПХ? А, всего. Да что меня ТПХает назад? Да ты не убегаешь просто вовремя. Все, иду смотри со всей силы. Ну вот. Ну видишь, я просто проверял, знаешь ли ты, не знаешь, все. Так, смотри, это какой-то челик приходит. О, я буду фиолетовым. О, я прозрачный. А что есть? У меня одна башка ходит, смотри. Не, я тебя вижу целиком, это у меня башка. Да? Что такое? Не понял. А где тут ресет? Ресет там на спавне. Что-то не аннулируется. Во, я себя вижу. Так, Димончик, что-то не получилось у нас. Давай с другую карту. Давай еще раз попробуем. Давай еще раз. Не, все равно такая же тема, Димас, представляешь? Так, что-то не работает. Вот этот, наверное, вот этот именно телепорт нерабочий. Давай в следующий пойдем. Пошли. Вот этот вот. Так, чё это? Этот девас тоже не рабочий. Блин, может тут карта есть прикольная, а то что-то у нас. Давай хоть просто их так, посмотрим. Это Rockstar аниматроники. О, музыка играет эпичная. Из FNAF 1, это из FNAF 2. Так, идем в третий телепорт. Так, ну мы, наверное, тут всех уже увидели. Давай туда пойдем дальше. Туда же все подписано. Эндоскелет. Ой, другой аниматроник стал, Димас. Ой. Так, что тут? Ох, тут еще их сколько. Да что такое? Я не телеморфы. Не телепортатор. Так какой-то телепорт, да, галимый. Блин, смотри. Adventure Fredbear. Классно, музычка здесь играет. Прям вообще эпично. Можно поставить и послушать. Фредди. Хлопьев. Смотри, какой злой Фредди. Так, марионетка. Вой, Санс Фредди. Даже Санс есть. Все есть. Сансовый Фредди. Марионетку вообще не видно. Одни глаза зеленые. Это она так скрывается. Уго, тут темно, это жесть. Так, давайте фонарик возьмем. Патроник, Фредди. О, я стал человеком. Ой, на чем меня выкинуло опять? Профессионал по порталам. Воу, ого. Прикольно, кстати. Так, ребята, давайте будем смотреть, какая это часть. Я думаю, это FNAF 1. Не, Димас, это FNAF 2. Да? Видишь, ты знаешь. Да-да-да, это FNAF 2. А, ну да-да-да. А вот я возле тебя прям на лицо тебе смотрю. Да? Фонариком. Не, я тебя не вижу. Странно, я тебя вижу. Я ну, невидимый, что ли? Да, ты для меня невидимый. Ну, может такое. Это, кстати, очень странно. Так, что тут у нас кнопки на... Вообще режим, Дима, странный. Нормальный режим. Сейчас будем... Door. Light. Как активировать? А, вот. Че не нажимаются доры? Никакие доры, никакие лайки. Доры не нажимаются. Так. Ага, понял. Отсюда идут аниматроники. Хорошо. Может еще надо подождать? Это, короче, FNAF 2, но он такой измененный очень сильно. Смотри на этого аниматроника, он двигался только что и светился. Да тут их много таких. Светящиеся, двигающиеся. Че не работает нифигашеньки? Во! Это что такое? Шарфик? Так, смотри, уже этот стоит. Кошмарный Фредди. Ты вообще какой-то чел упал. Так, я пойду карту изучу. Я уже, Димас, ее всю изучил почти. А я не смотрел еще. Так, вот во, здесь, тут секретная комната. Ой, Фокси ходит. Фокси, я свой. О, туалеты. О, а что я на месте опять появился охранник? Меня убили. Фокси замочил. Это РП. Это РП, детка. Да, мужики! Это... Надо свет нажимать им. О, я упал, я встал. Мужики. О, Димас, я тебя вижу. Все, увидел? Да, наконец-то тебя увидел. А че ты на месте стоишь? А че ты лежишь? Я хожу. Ты лежишь? Это очень странно. Почему так это выражается, но я не знаю. Это вообще интересный режим, мне нравится. О, сзади вентиляция какая-то. Кстати, смотри, тут Фредди в этом в телевизоре смотрит на нас. С кентами. Это не телевизор же.
А, так, да. О, вижу. Пошли вижу. В этот вентиляцию. Пацаны, вы как туда залезли вообще? Выходите оттуда. Музычка вообще эпичная здесь играет. Видел, кто у нас проходит? У нас здесь Фокси и кошмарный Фредди. Найтмар. Опа, кого-то замочили. Я вентиляцию, Димон, изучаю. Давай, давай, давай. Ты мне, кстати, за столом сидишь, а не вентиляцию. Ты тоже за столом изучаю. У меня сидишь. Ну, сидел, когда я уходил. Вот эта вентиляция здоровенная просто. Так. Диман, непонятно. О, тут пин-код надо вводить. Секретная комната есть. 40... 45, 47, 48. Да? Вот так? Да не, вроде нет. А ты, Димон, по вентиляции пополз? Да. Давай я с тобой. Прямо-прямо надо идти, я тебя тут жду, давай. Тут, короче, эндоскелеты разломаны. Этот вообще головой прямо, прикольно крутит. Прямо направо, прямо иду. Вот не останавливаюсь, иду. Вот только один раз повернул, и все, и прямо иду. Ну, вроде да, надолго идти. Опять мне тпхнуло, да что такое? Тебя тоже тпхнуло? Не-не-не, мне не тпхает. Блин, меня убили, наверное. Я серьезно, я угораю, тебя все время тпает куда-то. Не, когда тебя убивают аниматроники, тебя тпает. Димон, я опять к тебе иду. Да, ай, меня тоже тпнули обратно. Вот засранцы. А где ты? А я вот около стола бегаю. Я тебя вижу. Вот, здорово, Димас. А ты у меня за столом сидишь. Да? Ну ладно, я за тобой, Димас. Давай, погнали. Пусть будет так. Это, короче, режим невидимка. Димон невидимый. Я невидимый. Ага. Икра невидим. Короче. Давай. Сидишь на стуле посреди комнаты. Все невидимое. О, Димас, ты у меня испарился только что прям передо мной. Видишь, как я могу, а ты так не можешь. Блин, что ты за магию используешь? Это магия Хогвартса. Так, Димас... Блин, тут аниматроник, это он меня на раю убил, когда я подошел. Да, а, кстати, смотри. Сюда можно не только по вентиляции попасть, сюда можно и так попасть. Эта дверь открывается? О, я в дверь зашел, Димончик. Какой классный аниматроник. На сцене стоит? Не-не, как ты двери, какой пароль ты... А ты просто... А, давай я к тебе вернусь. Я не знаю, Димончик, я разный клацал, что-то не получается. Раз, два, три, четыре, пять, Enter будем нажимать. А тут же должно подсвечиваться кнопки, типа красным загораться или нет? Здорово. О, нажимаю на все кнопушки, но ничего не работает. Ладно. И нам и не надо туда, там все равно конченое что-то. Ой, Димас, меня перекинуло куда-то. Ой, опять перекинуло. А тебя аниматроник, походу, замочил. Найт кроликом стал. Найт кроликом стал. Я, кстати, невидимка, Димас. Ну ты мужик. Кошмарная невидимка. Может, когда я от первого лица играю, я невидимый становлюсь в этой игре? Не знаю, но я вот сейчас от третьего лица и невидимый. Для себя. Понял. Так, ну что там будем делать? Ой, кого-то... Димас, ты за столом. Привет. Аниматроник, они меня не видят, что я сзади хожу. Ой, я тебя вижу, ты за столом тоже сидишь. Не, все, я уже слез. Так, как туда мне попасть? Обойти, что ли? Как понять? Так. Вон они там трутся. О, Димас, тебе игрушки не нужны красивые такие? Нет. А, давай. Во. А ты, кстати, маску попробуй одень и сделай от первого лица. Смотри, как будет прикольно. Так, как будто в коробке какой-то сижу. Да, в коробке. О, давай я, короче, на дурачка в маске к ним подойду. Будут они меня мочить или нет? Я приму за своего, братишка. Конечно, обязаны. Ну, свой в доску человек. Так, ребята, я, короче, иду. Вот, Димас, ты за столом сидишь, куда ты идешь? Какой за столом? Вот у тебя голова невидимая ходит. Не. Какой-то режим такой, найди меня. Вот, я тебя вижу. Около стола я вхожу, да? Да. Ну, не ходишь, боком стоишь с фонариком. Ты реально, что ты мочишь, Димон? Вставай. Это очень... Ты, короче, Димон, у меня лежишь на полу и ногами дергаешь. Все, встал. Ну, вроде да, вроде норм уже. Ну, такое себе удовольствие. Видишь? Он меня не убивает. Привет, я этот... Ты знаешь, что... Я, короче, пошел, чувака толкнул, и он упал. Офигеть. Ну, видишь? Ты, короче, Джеки Чана включай тут. Я могу человека толкать просто. Вот этого, ну-ка, аниматроник, привет, здорово. О, тут шкатулка пустая, а в шкатулке письмо. Не срать. О, аниматроник. Чувак тоже упал. Я его толкнул, он что-то падает.
И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайк в ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!